турнира, приуроченного 72-й годовщине со дня Великой Победы. Турнир «День Победы 72» организован при поддержке губернатора Свердловской области Куйбышева Евгения Владимировича, организатор РМК «Боксинг Промоушен», партнеры турнира «Уральский банк реконструкции и развития» и группа компаний «Премьер». Организаторы определили на этот турнир 10 пар бойцов, среди которых 7 титульных поединков по профессиональному боксу. Ну и, разумеется, главное событие – бой восходящей звезды ММА непобежденного Ивана Штыркова против опытнейшего бойца из Великобритании, участника чемпионата UFC Филиппа де Фрайса. Я хочу попросить вас аплодисментами более активно встречать наших участников, наших бойцов. Они все подготавливаются, гоняют вес, это сложная работа. Поэтому им нужен заряд энергии, положительных эмоций от вас. Так что прошу вас поддерживать их как следует. В легком весе до 61,2 кг. 4-раундовый поединок. И первым приглашается боец из города Тамбов. Дмитрий Фрекс! Активнее встречаю бойца, поддерживаю его аплодисментами. Вот на балкончике особенно люди совсем не участвуют в процессе. И не хотят. Дмитрий Фрекс. Ему 20 лет. Рост 166 сантиметров. Провел на профессиональном ринге 4 боя. Килограмма 200 грамм. Давайте поприветствуем и встретим его соперника из города Пытья. Нашмутин Бимурзаев! Аплодисментами активнее встречайте! Нашмутин Бимурзаев. Ему 23 года, рост 171 сантиметр. Провел на профессиональном ринге 2 боя. Во всех одержал победы, а одну нокаутом. Килограмма 600 грамм. Итак, это называется процедура «Face-to-Face». Здесь нужны бурные аплодисменты. Следующая пара бойцов проведет бой в суперлегком весе до 63,5 кг. 6-раундовый бой. Первым приглашается боец из города Лесной, Дмитрий Ганиев. Ну что, Дмитрий требует более бурных оваций. Давайте как следует поаплодируем. Дмитрий Ганиев, ему 32 года, рост 170 сантиметров. Профессиональный рекорд 17 боев. 13 побед, 5 нокаутов, 3 поражения, 1 ничья. Встречайте его соперника, бойца из города Екатеринбург, Заур Абдуллаев.
незаменимых медалей. Ориентал в тяжелом весе до 90,7 килограмм. Встречайте бойца из города Псков. Валерий Пруда. Господа, ну давайте поактивнее. Валерий Пруда. Ему 40 лет. Рост 189 сантиметров. Профессиональный рекорд. 55 боев. 44 победы. 30 нокаутов. 11 поражений. Чемпион мира WBA 2006 года. Один килограмм, 800 грамм. А вот его соперник. Боец из города Новосибирск. Юрий Кашинский. Юрий Кашинский, ему 31 год, рост 188 сантиметров, профессиональный рекорд, 11 боев, 11 побед, 10 нокаутов, 90 килограмм, 600 грамм. Дорогие друзья, давайте поддержим бойцов аплодисментами. Активнее встречайте следующую пару бойцов, которые проведут 10-раундовый бой за вакантный титул чемпиона WBA Азия в легком весе до 61,2 килограмм. Встречайте бойца из города Тапу, Колумбия, Тейне Перио! Thank you.
59 сантиметров. Профессиональный рекорд. 20 боев. 19 побед, 11 нокаутов. Одна ничья. 60 килограмм, 750 грамм. А вот и его соперник. Боец из города Пермь, Россия. Встречайте, Рустам Нугаев! Рустам Нугаев, 34 года, рост 178 сантиметров, профессиональный рекорд 37 боев, 29 побед, 19 нокаутов, 7 поражений, 1 ничья, 60 килограмм, 700 грамм. Поддержка! Следующий поединок. Десятираундовый бой за вакантный титул в WBA Азия в суперполулегком весе до 59 килограмм. Встречайте бойца из города Себу, Филиппины, Джимми Пайфа. Аплодисментов, аплодисментов. Встречайте его соперника, бойца из города Екатеринбург, Россия, Шапка Курта Рахима. Thank you.
Десятираундовый поединок за титул чемпиона WBO Intercontinental. Приглашается боец из города Параньяки, Филиппины. Это Сонса. Весу 28 лет, рост 165 сантиметров. Профессиональный рекорд 44 боя, 36 побед, 13 нокаутов, 6 поражений к Винчи, чемпион WBF International. Под бурные аплодисменты встречайте его соперника, бойца из города Екатеринбург, Россия, Евгений Счастливчик Гилман Шупраков! Ему 27 лет, рост 166 сантиметров. Профессиональный рекорд 17 боев, 17 побед, 9 нокаутов. Не знающий поражений чемпион WBO Intercontinental. 58-860. Thank you.
Легчайшем весе 155 и 0,3 килограмм. Встречайте первого бойца из города Санта-Марта, Колумбия. Уго! Дорогие друзья, давайте активнее встречать бойцов. Я не узнаю родной город. Ему 30 лет. Рост 172 сантиметра, профессиональный рекорд 30 боев, 23 победы, 14 нокаута, 6 поражений, 1 ничья. Встречайте его соперника, бойца из города Игрим, Россия, Евгений, русский мексиканец, бойцу 30 лет, рост 171 сантиметр, профессиональный рекорд 25 боев, 22 победы, 9 нокаута, 2 поражения, 1 ничья. Экс-чемпион мира IBF с 2013 по 2015 год. Аплодисменты боксерам! Следующая пара бойцов проведет 10-раундовый бой за вакантный титул чемпиона WBO Интерконтиненталь в суперполусреднем весе 169,9 килограмм. Встречайте первого бойца из города Пасвалис, Литва, Вирчилиус Сапулионис. Бойцу 30 лет. Рост 179 сантиметров, профессиональный рекорд 32 боя, 27 побед, 19 нокаутов, 4 поражения, 1 ничья. Jump off the deck! Jump off the deck! Jump off the deck! Jump off the deck!
увидимся. Уважаемые дамы и господа, представляю вам участников главного боя нашего турнира. Турнира «День Победы 72». Поединок по правилам ММА. Тяжелой весовой категории свыше 93 кг. Формула боя. Три раунда по 5 минут. Встречайте бойца из города Сандерленд, Великобритания. Филипп Ди Фрайс! 31 год, рост 193 сантиметра. Профессиональный рекорд 17 боев, 12 побед, 11 досрочно, 5 поражений. Участник чемпионатов UFC 116 900. Ну а сейчас под бурные аплодисменты встречайте восходящую звезду ММА, бойца из города Екатеринбург, Иван Штырько. Профессиональный рекорд. 9 боев. 9 побед, 7 досрочно. Здесь нужны бурные аплодисменты и поддержка бойцам. Дамы и господа, мы благодарим вас за участие в этой процедуре. Итак, завтра боец игровых видов спорта. Начало 17.00.